Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как выполнить практичную обложку для любой тетради. Для этой работы вам будут необходимы тетрадь, ножницы и контактная бумага. Из контактной бумаги вырезайте прямоугольник размером больше, чем сама тетрадь. Отсоединяем контактную бумагу для того, чтобы приклеить ее к внутренней стороне обложки. Отрезаем. Оставляем таким образом, чтобы внутренняя часть обложки не просвечивала. Обклеиваем тетрадь с натяжением бумаги. Отрезаем оставшиеся со сгибов. И получается такая обложка для вашей тетради. При желании можно оформить тетрадь наклейками. Если вам понравилась эта идея, не забудьте отметить. До свидания!